Как объяснить эзотерически мои заболевания? Аутоиммунный тиреоидит и артрит. Когда организм борется с самим собой, не принимает. Спасибо за ответ. Когда у человека есть заболевание щитовидки, это говорит о том, что человек очень сильно себя зажимает и не доверяет. То есть человек не доверяет окружающему миру, не доверяет себе и себя чрезвычайно. Как можно избавиться от заболеваний щитовидной железы? Первое, найти человека, который подавляет, и начать его любить. Второе, не подавлять самого себя. Третье, доверять окружающим людям. Как доверять? В постели доверять, в жизни доверять. Просто доверять. Даже если человек с вами живет, даже если ворует, доверяйте ему для щитовидной железы. И второй вариант. Как определить, хорошо работает щитовидная железа или нет? В случае, если у человека очень хорошо работает творчество, то есть он запросто сочиняет стихи, запросто может написать текст, запросто может нарисовать, пятая чакра работает хорошо. И для того, чтобы ее запустить, старайтесь делать все для того, чтобы она работала. Что такое аутоиммунное? Аутоиммунное — это иммунитет. А это еще что такое? Это невыполненные обещания. Это когда человек говорит, буду через 7 минут, и так повторяет часто, или я обещаю это сделать, и не делает, или говорит, ну хорошо, я помогу, и не помогает. То есть чем больше обещаний, тем больше аутоиммунного происходит. Поэтому, когда человек хочет не болеть аутоиммунными заболеваниями, то нужно перестать давать обещания, перестать давать даже микрообещания. Буду через 3 минуты, а сам не через 3 минуты. Ну вот где-то так. Обещания... Они могут быть банальные. Все будет супер. Вы сказали человеку, все будет супер, а супер не будет. Дали обещание, а это не исполнилось. Старайтесь лучше промолчать. Особенности заболеваний через коммуникацию. Себе говорите, похудею, а сами не худеете. Тоже обещание.